Всем привет! Мелко нарезаем шпроты, 4 штуки. Нам потребуется одно яйцо, шпроты, красный лучок, солим, перчим. По желанию можно добавить грецкие орехи, немного майонеза и все перемешиваем. Приготовленную начинку выкладываем на кругляши хлеба, смазанные плавленым или творожным сыром. Украшаем маслинками, нарезанными колечками. Посыпаем зернами граната. Украшаем также зеленью, у меня руккола. И посыпаем белым кунжутом. Наша закуска готова. Получается очень аппетитная, интересная, необычная. Рекомендую попробовать сделать. Это очень вкусно. Кому понравился рецепт, ставьте лайки. Всем удачи! Всем привет! Тарталетки смазываем творожным или плавленым сыром. Огурец нарезаем на длинные полоски, колбаску пополам и огурец тоже. Делаем надрезы наискосок. Выкладываем колбаску и закручиваем в рулетик. Втыкаем в тарталетку. Шпажкой расправляем иголки. Лучше это сделать перед самой подачей. И у нас получается вот такой оригинальный, интересный цветочек. Такая закуска просто великолепно будет смотреться на праздничном столе, а готовится буквально за считанные минуты. Кому понравилась идея, ставьте лайки, пишите комментарии. Буду очень рада. Всем удачи! Всем привет! Измельчаем грецкие орехи, а также петрушку. Все перемешиваем. Нам потребуется тунец, яйцо, сыр, маринованный огурчик, зелень, зубчик чеснока. Солим, перчим. Добавляем майонез и все перемешиваем. Из приготовленной начинки формируем шарики размером с грецкий орех. Обмакиваем их в ореховой смеси и копченой паприке. Вместо шпажек втыкаем соленую соломку. И у нас получается необычная, интересная, оригинальная закуска. Рекомендую приготовить, это очень вкусно. Кому понравилась идея, ставьте лайки, пишите комментарии. Буду очень рада. Всем удачи! Пока-пока!